Я видел сон, что и снее яви. Я слышал топот тысяч лошадей и треск щитов и звон стальных мечей. Наследник мой железный занял трон. И заревели все драконы, как один дракон. Выбор наследника – вопрос крайней срочности. Есть еще претенденты. Перворожденное дитя. Рейнира, ни одна женщина еще не всходила на железный трон. У короля есть наследник, Дэймон Таргариен. Я не буду выбирать между родным братом и дочерью. Никто не поддержит притязание Рейниры на трон. Прольется кровь. Ты король. Твой долг взять новую жену. Я решил объявить имя нового наследника. Наследник я. Война на пороге. Думаешь, люди примут меня как свою королеву? Женщина не унаследует железный трон. Таков порядок вещей. Я создам новый порядок. У твоей семьи есть драконы. Людям не стоит пренебрегать их силой. Если Рейнира придет к власти, она сможет пресечь любые притязания на трон. Железный трон должен быть моим. Она попытается меня остановить. Наши сердца едины. Нас ничто не объединяет. Неужели тебе никогда не хотелось занять железный трон? Где твой долг? Где твои жертвы? Теперь они узнают, кто ты на самом деле. Мы думали, что война, наконец, закончилась. Наше мирное время начинается сегодня. Мы думали, что нашей благодати нет конца, и что наш свет никогда не померкнет. Небеса изменились. Час настал, Галадриэль, время которого мы боялись. По мотивам работ Джона Толкина. Зло не дремлет. Она ждет. За пределами тьмы тень искушает нас, чтобы похоронить под этой горой. У него не одно имя, а множество. Слышал о нем, парень? Слышал о Сауроне? Исследуй легенду. Что выковало кольца? Если возвращение зла не остановить, оно настигнет нас всех. Найди свет, и тень не отыщет тебя. Вместе мы справимся с этим! Сражайтесь со мной. Каждый из нас должен решить, кем нам быть. Не может быть доверия между молотом и камнем. В конце концов, один из них обязательно расколется. Продолжение следует...
Властелин колец, кольца власти, 2 сентября. Вашу явь формируют сны. Сны и кошмары, которые я создаю и которые я должен контролировать. Он отправился искать меня, так ведь? Представляете, какой вред он может нанести? Мне нужна твоя помощь. Вместе со снами исчезнет и человечность. Я обошлась бы и без снов. Давно нормально не спала. Я не остановлюсь, пока не переделаю этот мир. Скажи, какой силой обладают сны? В аду. Я думала сдаться, но у меня есть работа. И я ее выполняю. Все изменилось. Твои глаза расскажут мне все. Каждую мысль, каждое чувство. Мои создания не ходят среди живых, убивая смертных ради удовольствия. Думаешь, сны не могут умереть? Давай это выясним. Кошмарам не место в действительности. Оказывается, я отлично вписываюсь. Сыны не умирают. Песочный человек. Держишь себя в руках? Нет чувства ярости? Нет, нормальная у меня ярость! Ты действительно возвращаешься к форме, когда спишь? Так ли нужен был этот гудок? Для прикола? Ну, конечно же. Это многолетнее путешествие, в которое ты вот-вот отправишься. Да! О! Да. Кто твой лучший друг? Ники! Нет, Спандекс! Спандекс твой лучший друг. Быть Халком требует баланса. Тебе еще так многому нужно научиться. Да! У меня явно и так все получится. Если ты хочешь вернуться к своей жизни юриста, я приму это. Он ведь не всерьез. Все больше и больше эксцентричных суперлюдей выходят из-под контроля. Мы собираемся создать для них подразделение, и я хочу, чтобы женщина Халк была его лицом. Дженнифер Уолтерс. Намасте. У меня серьезный конфликт интересов. Этот человек пытался убить моего кузена Брюса? Да, все в порядке. Оу. Людей волнует только то, что я представляю Эмили Блонски. Думаю, им не все равно, они такие: «Эй, это та зеленая девушка!» Джен, делай свое дело. Боже, мне очень нравится этот наряд. Я не горжусь этим.
Мисс Уолтерс, мы подчиняемся высшей силе. Наша вселенная находится на краю пропасти. Я юрист. Мы все делаем по правилам. Книга Вишанти? Нет, книга американских... законов. Нравится тебе это или нет, но ты теперь супергерой. Давай сделаем это. Помнишь того друга со школы? Который был намного круче тебя, соблазнительней и привлекал всеобщее внимание. Приветик. Мне кажется, я ревную. У меня правда это чувство? Женщина-Халк. Озвучено для канала в рейтинге. Чтобы украсть у Империи, нужно просто быть невозмутимым. Они так гордятся собой, такие упитанные и довольные. Они и представить себе не могут, что кто-то вроде меня сможет проникнуть в их дом. Кассиан Андер, Империя душит нас так медленно, что мы даже не замечаем этого. Хочу спросить вот о чем. Не лучше ли посвятить себя чему-то действительно стоящему? Мне нужны все герои, которых я смогу заполучить. Для общего блага. Называйте это как хотите. Назовем это войной. Там нарастает восстание, сэр. Несколько очагов восстания. Ты в моих сетях. Ты рыбешка или вор? Вы дали промашку? Нисколько. Я просто слишком долго прятался. Пока все думают, что я раздражаюсь, есть шанс, что они упустят, что я задумала. Что вы задумали? Вот так выглядит революция. Я устал проигрывать. Андер. Озвучено для канала в рейтинге. Есть такая история о девочке, которой суждено стать императрицей, и неожиданном герое, который защитит ее. Существует баланс между всеми вещами. Свет и тень. Добро и зло. Когда
когда это равновесие нарушается, Вселенная стремится это исправить. Мир снова нуждается в тебе, ему нужна твоя магия. Мне известность. Вот куда мы должны отправиться. Уиллоу. Озвучено для канала В рейтинге. Мы начинаем наш репортаж с урагана Катрина, возможно, сильнейшего урагана в истории страны. Not stress enough the danger this hurricane poses to Gulf Coast communities. Нам нужна помощь. У нас заканчивается еда и вода. Это невозможно выносить. Сейчас все, что мы можем, это сделать так, чтобы им было удобно. Каждый из нас сделал все, что мог. В этой больнице со всеми обращались достойно. Было найдено 45 трупов. Вам это о чем-то говорит? 45 мертвых пациентов. Ну, учитывая условия, 45 пациентов могли просто не выдержать. А что, если нет? Помните доктора Старкова? Он ставил на нас опыты без нашего разрешения. У тебя. У меня. У Тильды. У всех нас были побочные эффекты. Мы уже даже не люди? Формально нет. Это ж полный трындец. Если мы не люди, то кто мы? Вы? Несовершенные.